Перед открытием купального сезона, также весной, заблаговременно были обследованы, проведена инвентаризация более 4000 водоемов, осуществлены водолазные работы по обследованию дна на наличие опасных предметов, определены 535 зон отдыха, пригодных для купания. За конкретными владельцами водоема было закреплено 960 акваторий водных. Кроме того, было разослано 570 писем водовладельцам по мерам и требованиям безопасности, которые необходимо осуществлять в период купального сезона для отдыхающих. Взяты под особый контроль 200 детских летних оздоровительных лагерей. На территории Казахстана насчитывается более 50 тысяч водоемов, на которых люди отдыхают, производят рыбную ловлю. В целях недопущения гибели людей, особенности купальный сезон, подготовка Министерства по чрезвычайной ситуации Республики Казахстан была начата еще весной текущего года. Были проведены повышенную готовность 58 водно-спасательных станций, 22 водно-спасательных поста, 7 мандерно-поисковых групп, 13 водолазных водно-спасательных отрядов.